Звуки природы. И едем с Юлей от лягушек. Насмотрелись, наквакались. Мне тут Юля предложила заехать к ней на Ленинградскую и поесть. Сама предложила. Поэтому мы едем к ней поесть. Теперь можно и поехать поесть. Да, Юля? Конечно. А впереди какой-то трактор. Юля, не Юля. Приехали к своему дому. Такой у нас коттедж. Это Юля. Это мои фэмили. Проеду, будто я их не знаю. Эй, вы! Там человек в желтой майке бежит. Ха! Смотрите, как красиво. Я не про Юлю, я про небо. За нами едет патруль! Юля, давай быстрее. Юля, давай быстрее. Он уже нас догоняет. Мы, в общем, занимались несанкционированной съемкой. И в итоге за нами едут. А нет, это не за нами. Обозналась, простите. Прямой репортаж с места преступления. Я даже чё водку расставила? Чтоб вы знали. Поехали. Точнее, Юля меня хотела привести к себе, к своему брату. И в итоге мы заехали вообще непонятно куда. В какой-то лес просто. Я ничего не понимаю. Ты знаешь, куда дальше ехать? Да, конечно. Ты это... Вот, все молодец. Но зато красиво. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, который Настя.